Еще в нескольких маркетах Якутска открыли прилавки бренда «Сделано в Якутии». Под ним в столице республики реализуют более 1000 местных продуктов. Напомним, что когда проект «Сделано в Якутии» только стартовал, выручка пилотных магазинов за месяц выросла на 60%. Проект нацелен на реализацию местных деликатесов и продуктов в шаговой доступности от потребителей. Третий этап проекта запланирован на середину августа. Желание разместить прилавки подали уже более 20 магазинов и маркетов города. Будет с каждым месяцем, с каждым этапом все больше и больше увеличиваться. В него будут входить все больше и больше поставщиков местной продукции, да, торговых, бытовых сетей, которые работают не только в Якутске, но и в других районах. Да. У нас уже на сегодняшний день имеются заявки, поэтому мы рады приветствовать всех, кто хочет войти в данный проект. И думаю, что все от этого получают выгоду.